На прошедшем в Сербии чемпионате мира по боксу представитель школы Олимпийского резерва по боксу Московской области одинцовец Марк Петровский в финальном поединке раздельным решением судей оказался сильнее армянина Давида Челояна в весовой категории свыше 92 килограмм. Перед решающим боем Марк одержал 4 победы и не оставил соперникам шанса. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов поздравил спортсмена с триумфом и отметил: «Марк Петровский прибыл в Сербию в звании мастер спорта России, а возвращается заслуженным мастером спорта России».